Чем дальше события Великой Отечественной войны, тем важнее сохранить память о них. Российское военно-историческое общество призывает жителей привести в достойный вид все объекты, связанные с событиями Второй мировой. На информационном ресурсе «Место памяти» идет процесс создания народной карты памятников и мемориалов, расположенных на территории страны. Каждый житель может заносить данные об объектах военно-исторического наследия, расположенных в своем населенном пункте. Это может быть не только текстовая информация, но и фотографии, а также видео. Такой проект поможет осуществлять общественный мониторинг состояния мест памяти. Например, на портале можно оценить состояние конкретного мемориала и поставить отметку о необходимости провести там субботник. На карту нашего региона нанесено уже 12 подобных объектов, и работа эта продолжается.